Да, знаете. Если бы я бомбил, меня бы вообще никто не смотрел. Лучше сидеть без эмоций, чем бомбить как долбоёб. Ой, блядь, лагает пиздец. Знаете, когда я не стримлю, ну, когда я ни с кем не общаюсь и играю в БЛ, я так бомблю, что пиздец. Типа, когда я разговариваю, я типа спокойно, типа на похуизм играю, у меня даже лучше получается играть. И, типа, да. А когда я сижу, типа, либо без войса, либо вообще даже никому не пишу, то я типа бомблю, как дебил, сливаю на каждом проценте. Я так-то и сейчас сливаю на каждом проценте, но я бомблю, как дебил. Салю на встрече, я лох. Спасибо. Пишите го. Вы чё издеваетесь?